Нельсон. Элемент назван в честь слаломиста, который его придумал. Существует не меньше 6 вариаций его исполнения, но мы расскажем о самом стильном. Бэк Нельсон. Этот элемент состоит из двух этапов. На первом конусе совершаем режущее движение перед конусом, а на втором – бэк крис-кросс. Становимся к дорожке тем боком, через который удобнее встретить при езде спиной вперед. Мы рассмотрим вариант через левую сторону. Левую ногу ставим перед конусом, перпендикулярно дорожке, а правую – под углом почти 90 градусов. Приседаем и начинаем одновременное движение ног. Левую ногу выталкиваем вперед, а правая едет назад. После этого подводим левую ногу и делаем крис-кросс на следующем конусе. Левая нога всегда находится впереди движения. После выезда из крис-кросса снова заводим левую ногу и делаем движение перед конусом. Совет дня. Чем ниже вы присядете и развернете корпус в сторону движения, тем эффектнее вы будете нарезать конус. Удивляйте окружающих и наслаждайтесь моментом, а все остальное доверьте Нельсону.